Инициированные президентом страны изменения в Конституции затронут не только общегосударственные институты, но и местное самоуправление. Поправками предлагается внести изменения в главу 8. Эти поправки позволят более эффективно выстроить систему взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления по решению общих задач обеспечения интересов населения. Вносимые изменения коснутся образования территорий муниципалитетов, границ районов, поселений, округов, которые будут определяться с учетом исторических и местных традиций. Жители непосредственно будут участвовать в решении вопросов муниципального образования. При этом все гарантии и принципы местного самоуправления в Конституции сохранятся.